услыши и помилуй. Еще молимся о великом Господине и Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине нашем высокопреосвященнейшем митрополите Германе, и о Господине преосвященнейшем епископе Елисее, и всей во Христе, брати наши. Еще молимся за всю братью и вся православные христиане. Упование всех концев земли, несущих море за речи, и милости, милостиве буди, Владыко, при всех наших и помилуй. Милости в мой человека любит Бог и сит, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Сподобится Господь, да ходатай и пресной молитвенника нас будешь. Себо страстьми греховными обуреваемыми и злобою снедаемыми, заповеди Божии пренебрегом, покаянию сердечного и слез воздыхания не принесоком. Всего ради многим скорбим и печалим достойней явихомся. Ты же, Отче праведнее, вели из разновенника Господа и сострадания к ближним своим имея, умолився щедрого Владыку мира, да пробавит милость свою на нас и потерпит неправдам нашим, не погубит нас грех ради наших, но временно покаяние милостивно нам дарует. О святче Божий, помози нам веру православную непорочно соблюсти и заповеди Божии благочестно сохранять. Да не обладает нами всякое беззаконие, ниже посрамится правда Божия в неправдах наших, безболезненная и непостыдная и мирная, и тайн Божиих причастная. Еще молим Тебя, Отче праведне, о еже церкви нашей, святей, до скончания века утверждений быти, Отечеству же нашему миру пребывания в правде Божией и спроси, и от всех зол сохрани, да так о народе наши, Богом храними и единомысленнее веры, единомыслие веры и во всяком благочестии и чистоте, в лепоте духовного братства, трезвение и согласие свидетельствует, як с нами Бог. В нем же живем и движемся и смы, и прибудем во все веки. Аминь. Oh,
Господне на вас, того благодати человека любим всегда, ныне и присно, и во веки веков. Слава тебе, Христе Боже, упование наше, слава тебе. Молитвами Пречистая Своя Матери, святых славных и всехвальных апостолов, святого праведного Иоанна Кронштадтского, священномученика Игнатия Богоносца, святителя Антония, архиепископа Воронежского, святителя Кирилла Воина, епископа Антиохийского, святителя Даниила, архиепископа Сербского, преподобного Игнатия, архимандрита Печерского, священномученика Николая, Верхним Гнутовым, святых и праведных Богоотец Иоаким и Анны и всех святых, помилует и спасет нас, я поблагодарю человеку любим. Угодника Божия, молитвенника земли, по земле российской, святого Иоанна Кронштадтского. Его же молитвенника спасет и помилует нас с вами Господь. Аминь. Мир вам, Божья вам любовь. Господь с вами. Поздравляю вас, Богу, будьте здоровы, Богу, здоровы. Ну что ты выставишь?